Наш ранковий ефір «Правда тут лайв» триває, і тим часом до нашої студії завітав актор, мотиватор та телеведучий Дмитро Величко. Доброго ранку! Доброго ранку! Розповідайте секретики, як починається ваш ранок, з чого зазвичай і традиційно він починається? Он всегда начинается с улыбки. Моє утро – это возможность сделать в этот день что-то новое, что-то интересное. Быть мотиватором непросто, но это очень-очень интересно, очень увлекающе. Поэтому все зависит от собственного восприятия этого мира и осознанности того, что ты делаешь, конечно. Кого вы мотивуете и как вы это делаете? Ой, у меня очень большой объем работы по мотивации, потому что у меня очень много есть проектов. Один из них – Акимофе Клаб. Это клуб интеллектуального развития. Я один из немногих ведущих по игре «Мафия», который действительно из обычной игры сделал такой мини-тренинг в непринужденной обстановке. Коли у вас виникла така ідея, скільки це вже триває і хто до вас приходить? Это триває 15 років, може, даже більше. Я в Одесі, мене з цим познайомили в Одесі. Я тоді був обычным МС в ночному клубі. И я влюбился в эту игру, потому что эта игра действительно позволяет увидеть себя со стороны. Мы, актеры, можем себя увидеть со стороны по телевизору, а другие люди не имеют такой возможности. И зачастую мы себя представляем в одном образе, когда ты смотришь себя со стороны, ты понимаешь, что абсолютно не соответствует этой реальности и твоему восприятию. Поэтому это круто. Второй момент, конечно же, логика и интуиция. Многие девушки понимают на игре «Мафия», что их интуиция... А она не совсем работает. Не настолько сильно, как мы себе уявляем, так? Да, да. И все мужчины в очередной раз доказывают, что логика существует, она есть, она имеет право жить, и она все-таки имеет свое место среди других. Но это же касается не только женщин, у чоловіків тоже могут быть проблемы с логикой. Конечно. Дело в том, что каждый из нас считает, что он в течение дня принимает огромное количество правильных решений. Вот им почему мне нравится «Мафия», я считаю, что это гениальная игра. Она действительно в онлайн-режиме может вам продемонстрировать то, что насколько правильное решение вы принимаете, исходя из вашей логики. Это первый момент. Как вас воспринимают люди? Потому что наша система оценок иногда не соответствует нашему статусу, рангу и так далее и тому подобное. А чи не ранить це людей, коли вони дізнаються, що, наприклад, про них думають не так, як ти собі відчуваєш, уявляєш? Но это инстинкт прозрения, тут без этого никак. Мы рано или поздно должны с этим столкнуться. Круто, что люди могут с этим столкнуться здесь и сейчас. Если бы у меня была такая возможность об этом узнать еще раньше, я бы еще раньше об этом узнал. Но когда ты знаешь, что возникает певна мотивация быть иным, чи все-таки люди, когда реагируют на такую реакцию других людей, то они все одно наперекір всьому лишаются самому собой и не работают над собственными недоліками. Главное правило, я говорю об этом всем, что если ты что-то знаешь, это не означает, что это знают другие. Если ты что-то хочешь поделиться с информацией, ты это должен сделать максимально экологично для других людей. Потому что основная проблема в том, что нас не понимают, и мы что считаем? Что человек, не хочу назвать это слово, человек, который не понимает, о чем я говорю. На самом деле, если человек не понимает, о чем вы говорите, это только ваша проблема. Вы не нашли тот ключ, вы не нашли ту динамику разговоров, вы не нашли подход к человеку. Вы говорили про онлайн-формат. Это только сейчас игры в «Мафию» проходят в онлайн-формате через локдаун, чи завжди проходили в таком формате? Конечно, локдаун несет свои коррективы, безусловно. Но я хочу сказать, что человек, который хочет развиваться, он будет развиваться при любых обстоятельствах. Конечно же, живое общение не заменит никогда онлайн-трансляцию. Но мы сейчас вынуждены быть в таких вот условиях. Но они тоже и дают возможность найти в себе что-то новое, обозначить себя какую-то вот новую творческую единицу. Хотя, конечно, восприятие внешнего мира за счет... режима камери, это не то, конечно. А чи не впливає те, що гра проходить саме у онлайн-форматі? Наскільки я знаю, все ж таки «Мафія», треба бачити очі, бачити реакції твоїх гравців. На начальном этапе, конечно, если вы начнете сразу играть в онлайн-мафию, это не даст никакого результата, вы не получите никакого удовольствия, вы не поймете и вы разочаруетесь. Конечно, нужно начинать, конечно же, с формата живого общения. Потому что это даст возможность, во-первых, научиться играть правилам. У нас самые сложные правила, но исключительно эти правила дают возможность человеку максимально раскрыться и
У нас, звісно, я горжусь тим, що такі круті результати. Давайте перейдемо до вашої акторської діяльності. Розкажіть, у яких проєктах зараз берете участь, і знову ж таки, у період карантину, чи вплинув якось на вашу творчість саме актора локдаун? Ну, є кілька аспектів моєї акторської діяльності. Перший аспект діяльності – я актер, граю вже більше 13 років, але справа в тому, що у мене ніякого акторського образування. Я інженер морського флоту. Я одесит. Но я начал с массовки, я начал с самого низов, и вообще моя по жизни логика — это то, что все нужно проходить через практику. Вот. Поэтому я начал с массовки, потом были там роли-эпизоды, потом эпизоды с, со словами и так далее и тому подобное. Сейчас уже есть и главные роли в том числе, и главные роли в спектаклях. Ольга Сумская, Декамерон. Да. Горянский, который мне сегодня, кстати, снился всю ночь. Я не знаю, чем это связано. В «Женихах». И я вам хочу сказать, что действительно практика имеет право на жизнь. Вот. Быть актером очень сложно. Если вы думаете, что быть актером это просто, даже не ходите в этот бизнес, потому что это все-таки бизнес. Быть профессионалом очень непросто, очень сложно. Почему? Потому что приходится работать в разных условиях. И на морозе, и в жар, и в холод. Это первый момент. Второй момент. У меня возникла проблема с тем, что я одессит, и с украинским языком у меня не совсем good. Вот. Поэтому сейчас я больше принимаю участие в проектах, что снимается в Киеве, на русском языке. А не думали вивчити українську мову? Я розмовляю українською мовою. Але возникають паузи. То ви просто думаєте. У мене питаннячко такого характеру. Якщо порівнювати театр і кіно, що вам ближче і чим, яка глобальна різниця переважає? Глобальна різниця в фінансовому аспекті. В гонорарах. Ну, во-первых, это нельзя сравнивать, потому что футзал и футбол — это разные тоже игры. Конечно же, театр, ты не имеешь права на импровизацию. Здесь должно быть все настолько четко, потому что когда ты играешь с такими мэтрами, как крутые актеры известные, многие из них вообще не поддаются импровизации. То есть для них важно слово в слово, мизансцена и все остальное. Это очень сложно. Быть актером в кино либо в сериалах много проще, потому что есть дубли, и их очень много. Нужно, конечно же, работать со стрессоустойчивостью, чтобы не было их слишком много. Вот. Но это совершенно разные вещи. Я после спектакля выжимал после себя одежду, и минут 20 просто не мог разговаривать. Потому что это невозможно. Потому что отдача зала... И нужно говорить громче и так далее и тому подобное. Энергетика. К сожалению, я не знаю, почему так, но, наверное, все-таки к сожалению, все актерские роли в кино, в сериалах я играю постоянно, они, в принципе, одни и те же. То есть это либо герой-любовник, либо маньяк. Не понимаю, почему, но это так. Я убил очень много людей в кадре разными способами. Как вы с этим живете? Я спокойно с этим живу, потому что я не пропускаю через себя по Станиславскому. У меня своя школа, школа величка. Просто нужно получать удовольствие от процесса. А кого хотели бы зіграти? Гусара. Я не знаю, почему, но я считаю, что и то мое воспитание, которое было, и я родился в Одессе, в Одесском дворике. Только попробуй не поздороваться хотя бы с одним соседом, с тобой неделю не будет разговаривать, это как минимум. И вот это воспитание, это признак настоящей жизни и уважения, да, то есть в Одессе люди отличаются от других городов. Я бывший спортсмен, я профессионально играл в волейбол, я объездил всю Украину, но... Коллега мой, я тоже волейбол играла. Класс. Але не професійно, але все одно грала дуже довгий час. Да, і, звісно, в Одесі люди відрізняються, і жаль, що вже Одеса не та, і що багато людей уїхали за границю. Вот. Ну, в Одесі є це така дуже класна, посвящається всім дамам, коли ви зможете утром встретить в Одесі дівчинку і сказати їй: «Ви сьогодні шикарно виглядите», вона обов'язково вам відповість: «Ой, це я себе ще плохо чувствую». Клас. У вас також є досвід зйомок власного фільму, який навіть представляли на Одеському кінофестивалі. Розкажіть, що це за фільм, коли ви його знімали, і яка була команда, кого ви збирали? Всі ці люди, які приймали участь сейчас, тогда в моєму фільмі, це було лет 5 чи 6 тому назад, где-то так, да. Вот. Сейчас это все мега-крутые профессионалы. Я считаю, что я обладаю определенной энергетикой находить в людях их талант. Это первый момент. У звукорежиссера, который был звукорежиссером, сейчас своя звукозаписывающая студия, одна из лучших в Украине. И это круто. Фильм «Внутри себя» — это фильм о внутренних переживаниях, потому что каждый из нас имеет несколько возможностей влиять на этот мир.
Когда мы влияем на этот мир через призму собственных переживаний, это всегда несет определенный след в этой жизни. Потому что есть, у меня есть такие правила. Если ты работаешь на кого-то, ты исполняешь мечту другого человека. Если ты проходишь через трудности, через собственный опыт, но ты делаешь свое, ты обязательно получишь какой-то результат, который даст тебе возможность развиваться дальше. От тобі і мотивація. Да, совершенно верно. Дмитра Величка зранку. Клас. І далі, що ви плануєте в цьому році робити? Тому що карантин подовжують, локдаун, правда, завершується вже, але все-таки він вносить корективи в наше життя. Які плани творчі на цей рік? Я для себе чітко определив следующий момент в шоу-бізнесі. У мене є проект «Мотиватор». Я проводив концерт Ніка Вучича на Олімпійському стадіоні. Это... Ви особисто з ним знайомі? Так, да, я особисто його обнімав на сцені, і в определенний момент я зрозумів, що щось з мною відбувається. Я через 3 дні проснулся, мне приснилось слово «мотиватор» латиницей, я зарегистрировал эту торговую марку, я теперь официально единственный мотиватор в стране. И когда я подавал заявку, я думал, я буду там «мотиватор люкс» или «мотиватор Украин». И когда мне позвонили мои респоверенные и сказали, что Дмитрий, торговая марка «мотиватор» никем не занята, я понял, что вау, это джекпот. Конечно же, хочется делать людей счастливыми. Но я хочу вас уверить, что невозможно сделать, никто вас не сделает счастливыми, кроме вас самих. Это первый момент. Второй момент. Я снял даже 2 серии сериала реалити о добрых делах. Просмотров практически нет никаких. Да, людям не интересно добрые дела, не интересно наблюдать. В этой жизни люди... Зневирение просто. В этой жизни людям интересно наблюдать не то, что вы делаете, а как вы преодолеваете преграды. Вот это людям очень нравится. Поэтому сейчас мы будем запускать очень... максимально провокационное шоу, которое только возможно быть, имеет место быть, мы будем делать такое вот шоу. То есть будет провокация. Это будет на телебачении? Это будет, да, не хочу раскрывать все карты, это будет и YouTube, это будет телевидение, это будет один из самых просматриваемых порталов, мы на это очень надеемся. Вот. И я хочу сбросить очередной вызов себе, я хочу показать действительно всем людям через призму провокации, каких-то, может быть, даже неадекватных действий в время эфира, что все равно подноготное — это добрые дела и душа человека. То есть, в любом случае, это будет с добрым посылом. Ну, чтобы мотивировать других, треба и собі десь энергетику брать. Где черпаете энергию и что вас заряжает особисто? Это хороший вопрос. Заряжает Одесса. Я приезжаю домой, Киев, я люблю тебя, Киев, но Киев забирает очень много энергии. Все-таки, может, темпоритм мой ближе к Одессе, хотя в Одессе мне что не нравится, что там первое, что ты, когда ты говоришь, давай сделаем, тебе говорят, давай сделаем завтра, окей. Вот, мне нравится Киев, потому что мне говорят, да, давай делать, давай делать это сейчас. Да, Одесское море, этот воздух, конечно же, вдохновляет прекрасные девушки, которые в нашей стране в огромном количестве, и я бы хотел всем девушкам сказать и напомнить, что мы вам очень благодарны, что вы есть, и очень бы хотелось, чтобы вы оставались верны себе, потому что очень много, я понимаю, есть соблазнов в этой жизни, вот, но все-таки на красивых не всегда женятся. Женятся на красивых и достойных, а на остальных просто с ними приятно проводить время, хотя на это тоже есть свои причины. И давайте вы, как мотиватор, расскажите нашим глядачам, как мотивировать себя на новые свершения. Слушайте меня внимательно. Первое – это ваше дыхание. Если в течение дня у вас, просто проанализируйте это, вы дышите очень часто ненормированно, у вас идет колебание, значит, что-то в этой жизни вас раздражает. Если что-то в вашей жизни вас раздражает, это вами управляет. Самое главное – это понять, чего вы хотите. Пожалуйста, не прожигайте свою жизнь. Вы потом, пройдет время, вы обязательно себе зададите вопрос, почему я работал на этой работе, почему я заработал себе деньги, которые мне не приносят удовольствия. Очень много друзей у меня есть, которые очень богаты, которые не до конца счастливы. Почему? Потому что они зарабатывают деньги, но эти деньги не всегда могут им подарить настоящее искреннее счастье, потому что их окружают люди, от которых нужны от них только треба деньги. Треба поруч красиво и разумно. Щоб знати, куди їх використовувати. І душевну, да, і душевну, которая будет використовувати їх. Делайте добрые дела. Самая лучшая мотивация. Сделайте добрые дела. Поедьте в детский дом. Поедьте, возьмите просто, пойдите в магазин АТБ, постойте 30 минут, 40 минут. Я вас уверяю, что вы встретите огромное количество пожилых людей, которые не могут себе позволить
ни вкусной еды, ни сладкого, ни тортика. А вы такая робота? Конечно. Моя идеология — это не показывать на камеру. То есть добрые дела должны проходить искренне и от души. Не обижайтесь, пожалуйста, те люди, которые делают посты, что мы там ездим в детский дом. Мы тоже ездим, мы с них не вылазим, с этих детских домов. Есть старики, которые вообще практически никто не занимается. Есть детскими домами на самом деле занимается много меценатов, но стариками никто не занимается в нашей стране. Уважаемые политики, будьте вы здоровы. Я не знаю, что с вами происходит. Я не понимаю, почему вы не понимаете самых примитивных вещей. Что если у вас есть такие возможности сделать такие добрые дела, которые и мне просто снятся. У меня нет таких ресурсов, к сожалению. Давайте помогать. Просто возьмите, пойдите, купите сахар. Вдумайтесь в мои слова. Если вы купите килограмм сахара, гречку, риса, вы сделаете счастливым бабушку или дедушку. Я молчу за торт, я молчу за индейку, за рыбу и все остальное. Почему так происходит, мне непонятно. Самая лучшая мотивация — это добрые дела. И, конечно же, вы должны просыпаться с ощущением счастья. У вас есть возможность сегодня сделать что-то интересное. Как минимум, вы можете сегодня прожить этот день в удовольствие. І це самая крутая мотивація. Дякуємо вам за такі цінні поради. Нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був актор, мотиватор та телеведучий Дмитро Величко. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Я хочу нагадати, що у нас є YouTube-канал. Раджу вам підписуватись, тому що ми завжди найактуальніші і найцікавіші новини викладаємо саме на YouTube-каналі. І не забувайте натискати дзвіночок, аби він вас сповіщав, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася цікава та актуальна інформація.